Привет, друзья! Наконец-то, наконец, мои куры стали нестись. Занеслись они. Ну, как нестись? Вот сейчас покажу. Сейчас. Опа! Вот такое вот маленькое яичко принесла мне. Где она? А, вот это вот курочка. То есть пока у меня несется... Да, тут что нету. Пока у меня несется только одна курица из всех. Это вот эта вот. Я ее потому что увидел, что она сидела там. И после этого там оказалось вот такое яичко. Яичко маленькое, ну потому что курочки еще, так скажем, молодки. Но что хотел сказать. Занеслись они не в 4,5 месяца и даже не в 5, как меня уверяли. Уверял продавец вот этих вот доминантов, когда их покупал, им было 4,5 месяца, и мне продавец сказал, все буквально через недельку, максимум через 2 они занесутся. Сейчас этим курам где-то 5,5, ближе к 6 месяцам, нужно посмотреть точную дату, но и они только-только начала нестись только одна, все остальные еще пока молчат, но у меня такое ощущение, что они на подходе, вот эта вот курочка на подходе, я немножко стал более-менее разбираться, стал вникать, у этой курицы уже и сережки опустились, и вот этот гребешок, он, однако, сильно красный, и они издают характерные звуки, еще они... Присаживаются. Нет, так не присаживаются. Ну да ладно. В общем, думаю, что скоро они уже занесутся. Ну, скорее всего, либо в 6 месяцев, либо, ну да, скорее всего, наверное, к 6 месяцам. Но никак не в 4,5 месяца. Также вот эти. Вот это, кстати, доминанты. Кто помнит, это у меня Ломан Браун. Да, однако так. Сейчас подойду к ним. Вот. И... В принципе, тоже где-то они такого же возраста, что и доминанты. Но эти еще не принесли мне ни одного яичка. По возрасту они приблизительно одинаковые, но вообще никого еще мне не принесли. Хотя продавец, когда я их покупал, он мне также клятвенно заверял, что вот уже даже изредка, но они пробрасывают. Но, как показало время, ничего они не пробрасывали и не пробрасывают до сих пор. Хотел, конечно, задать вопрос данным продавцам, почему так, почему вы говорили, да, что они вот сегодня-завтра занесутся, а занеслись они только через месяц. Вот, либо, может быть, даже еще дольше некоторые куры занесутся, 6, а может быть, и старше. На что, скорее всего, мне ответят стандартной фразой, что вы их плохо кормите, поэтому они у вас не занесли в 4,5 месяца. Не знаю, напишите в комментариях, у кого есть Ломан Браун, у кого он занесся в 4,5 месяца, и у кого вот такие вот доминанты также занеслись в 4,5 месяца. И посмотрим, сколько нас. Может быть, я и ошибаюсь. Может, и правда, они должны нестись в 4,5 месяца, а у меня вот такие вот какие-то неправильные куры. Вот. И, кстати, всем, кто в комментариях на прошлое видео мои писал о том, что они занесутся ближе к 6 месяцам, вы оказались правы. Ну и они, да, они занеслись к 6 месяцам. Ладно, в общем, будем ждать всех остальных, как появится у вот этих вот Ломан Браун яички. Я вас обязательно поставлю в известность. Ну и как разнесутся мои молодочки, также дам вам знать. Также вон у них корм в свободном доступе, но насыпаю немного, чтобы не зажирели. Все, друзья, на этом все. Ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока-пока!